Бег – это, пожалуй, самый демократичный вид спорта. Все, что необходимо – это кроссовки, заряд бодрости и хорошее настроение. Однако не каждая улица подойдет для комфортной пробежки. К тому же дождь, снег, жара или холод могут стать серьезным препятствием. Беговая дорожка – это, по сути, и есть панацея от этих проблем. Капризы погоды вас теперь точно не остановят, ведь заниматься вы сможете прямо у себя дома. Однако беговых дорожек такое множество, что от количества предложений в прямом смысле разбегаются глаза. И мы с моей обворожительной помощницей Анастасией поможем вам сделать правильный выбор. Условно, все беговые дорожки можно разделить на две категории. Одни для фитнес-клуба, другие для домашнего использования. И у тех, и у других есть свои преимущества, но и свои недостатки. Производители спортивного оборудования DeFit наконец нашли ту самую золотую середину. Беговая дорожка DeFit Tigra 2 создана для ежедневной эксплуатации в домашних условиях. Эти тренажеры, во-первых, абсолютно неприхотливы в эксплуатации. Для ежедневных тренировок достаточно подыскать угол с розеткой напряжением 220 вольт, а запускается тренажер всего лишь одним нажатием. Во-вторых, DeFit Tigra 2 имеет изысканный и в то же время лаконичный дизайн. Ваша квартира в стиле хай-тек, арт-деко или, может быть, даже ампир – не проблема. Беговая дорожка идеально впишется в ваш интерьер. В-третьих, тренажер практически бесшумный. Не то что ваших соседей, ваших домочадцев не беспокоит. Ну а в-четвертых, беговая дорожка довольно компактная. Анастасия, давайте это продемонстрируем. Полотно здесь поднимается вверх. И в таком положении беговая дорожка занимает место, ну, ничуть не больше, чем гладильная доска. Это значит, что она идеально подойдет для квартиры или жилого дома абсолютно любой площади. Внизу, как вы видите, установлены два колеса, поэтому переместить беговую дорожку в другое место не составит никакого труда. А благодаря газовому амортизатору полотно опускается и того легче. Анастасия, продемонстрируйте. Беговая дорожка DeFit Tigra 2 продумана до мелочей для того, чтобы ваш тренировочный процесс был максимально комфортным. Кстати, это вовсе не пустые слова. Вот вам наглядный пример. Длина бегового полотна 1 метр 26 сантиметров. Это, во-первых, сохраняет габариты, а во-вторых, позволяет бежать не впритык к приборной панели, а на комфортном расстоянии. Ширина 43 сантиметра, значит, подойдет для любого вида тренировочного процесса, будь то ходьба, бег трусцой или бег на высокой скорости. Мощность двигателя 2,5 лошадиных силы. Двигатель на DeFit Tigra 2 обеспечивает долговечность тренажера. Максимальный вес пользователя может достигать 130 кг. Максимальная скорость 14 км в час. Если для тренажера это все-таки рядовые нагрузки, то Анастасию мы все-таки побережем. Анастасия, остановите свой бег. Амортизация, пожалуй, самый важный параметр при выборе беговой дорожки. При разработке системы амортизации DeFit, конечно, постарался на славу. Амортизацию здесь обеспечивает запатентованная система Shock Absorbing System. Устройство с легкостью поглощает ударные импульсы. Достаточно сказать, что подобной технологией оснащено большинство современных автомобилей. Помимо стандартной системы, которая обеспечивает 8 эластомеров, это такие резиновые прокладки между декой и основанием платформы, амортизация обеспечивает и два дополнительных блока, изготовленных из усиленного фторопласта. Такая многоступенчатая система максимально снижает нагрузку на ваш голеностоп и коленные суставы. Это значит, что DeFit в первую очередь заботится о вашем здоровье. Дорожки оборудованы электрическим углом наклона. Электродвигатель поднимает полотно, и вы уже бежите в горку. В отличие от механической системы, угол вы можете менять непосредственно во время тренировки. Максимальный наклон достигает 16 градусов. Вся информация о вашей тренировке отображается на 5-дюймовом LCD-дисплее. Тут вы можете следить за скоростью вашего бега, километрами преодоленной дистанции, количеством сожженных калорий и углом наклона полотна. Параметры тренировки задаются здесь же, на панели управления. Все доступно и понятно. Кнопки выбора скорости и угла наклона продублированы и на рукоятках. Почувствовали недомогание? В беговых дорожках DeFit Tigra 2 есть решение и на этот случай. Для экстренной остановки вытащите ключ-блокатор, и тренажер немедленно завершит работу. Чуть выше ключа-блокатора расположена кнопка выбора программы.
Кстати, о программах. Беговая дорожка создана для двух вариантов тренировок. Собственно, для бега или спортивной ходьбы. А вот уже целей множество. Это и похудение, и повышение выносливости, и тренировка сердечно-сосудистой системы. Для решения ваших спортивных задач в Defeat Tigra 2 запрограммировано 48 различных вариантов тренировок. Программу по душе найдет как опытный пользователь, так и новичок. Но если и среди них вы не нашли подходящий, параметры тренировок вы можете выбрать индивидуально с помощью кнопки Mode. Здесь регулируется время, дистанция, также количество калорий, которые вы желаете сжечь за тренировку. Опытные спортсмены наверняка знают, чтобы тренировка была полезной и эффективной, ваш пульс во время занятий должен находиться в так называемой целевой зоне. Беговая дорожка позволит вам контролировать и это. Два пульсометра находятся на рукоятках, данные же отображаются на дисплее. Залог успешной тренировки – по-настоящему боевой настрой. Что как неправильно подобранный плейлист может его обеспечить? Бегать в наушниках не совсем удобно. Они постоянно выпадают, и это заставляет вас каждый раз останавливать тренировку. Беговая дорожка Defeat Tigra 2 оборудована стандартным аудиовыходом. Динамики расположены на передней панели, поэтому правильный настрой вам обеспечен. Беговая дорожка Defeat Tigra 2 – это прежде всего надежность, качество и безопасность, которая вам гарантирована. Более подробно со всеми характеристиками вы можете ознакомиться на нашем сайте defeat.su.